про пазл. Быть самой собой и при этом быть пазлом в той ситуации, которая сейчас происходит. Допустим, я встречаюсь с друзьями, и я являюсь собой, и я в этот момент пазл, который дополняет всю эту картину. Потом я на работе, и я там тоже пазл, который... И при этом я являюсь сама собой, и тем самым я дополняю картину. И получается, что что бы ни происходило, я являюсь собой и одновременно являюсь пазлом, являюсь частью чего-то общего, что вот сейчас происходит вокруг меня.